Привет! Добро пожаловать в новый влог. Сегодня у нас уже будет зимний влог, потому что у нас зима 3 декабря сегодня. 3 декабря, так что поздравляю вас с зимой. У нас какие новости? У меня не очень все в порядке с голосом. Почему? Потому что Марсель какой-то принес вирусняк с садика. Сам заболел с температурой, переболел уже, тьфу-тьфу, выздоровел, остался у него только кашель и заразил нас всех. Просто мама моя, я, Артур, все вот с таким голосом, с соплями. Вот, но мы без температуры. Мы сегодня приехали на дачу, поедем сейчас покупать украшения для дачи и украшать ее к Новому году. Что тут за камерой стоит, Марсель, мне? Так, мы на даче-то сделали горку из снега. Ну, как мы, Артур, конечно. Залил ее, теперь ее надо раскатать. Все, пошли мы с Марселем раскатывать вместе. Пойдем, сынок. Нет, не уступай. Снег орёт. Что, забыл? Домой поехали, что ли, или что? Ого, какие красивые. Но это заснеженные, мне надо... Ну, две возьми пачки. По сколько там штук? Их нужны именно те снежинки. Ананас. Мне нравится. Блин, представляете, это же фламинго. Фламинго. Как вот мимо пройти вообще. Дубль 2. Мы сейчас только что сняли такой контент, а он, оказывается, этот... Артур забыл камеру нажать. Итак, мы в магазине Richie Family. Я уже не буду показывать, что я набрала. Так я покажу. Ну ладно, я покажу, потому что я не хочу два раза повторять. Этот олень мне очень понравился. Миленький. Звезда прикольная. Да, да. Тут так много, потому что это на две елки. Нам на дачу и на квартиру. Куча гирлянд всяких разных. На дачу и на квартиру. Она еще Марселю в комнату хотела маленькую елку поставить. Ну, я передумала. Короче, давай на дачу. Когда будем украшать. Артур взял проектор на улицу. Пошли, короче, все. Я не могу говорить. Будем сказки слышать? Да. Сейчас. У меня тут новые сказки, замурчательные сказки называются. Возле дома рос старый клен, а под кленом лежал большой желтый лист. Под этим листом, дрожа от страха и холода, прятался маленький серый комочек. Когда наступил вечер и музыкальным звонком, и маленькая девочка, которая прыгала от счастья, когда папа щелк-щелк, и где-то наверху
Там же в этом приложении есть игры. Типа там все от животных спасать, котенка, там ты котенка спас, там ему корм дают. Ну, в общем, такое развивает в детях эту любовь к животным. Вот. Обрадовался. И что ему дали? Вот это. Корм Сириус такой же, как мы Соню кормим этим кормом. У нее такой же, да? Да. Угу. Вот эти ребята, это корм, который производят для кошек. Вот, они создают различные социальные проекты. И вот эти замурчательные сказки — это один из их социальных проектов. Прикольно. Держи, давай. Ты сейчас сыграл в игру, у тебя там следующая сказка открылась. Давай будем слушать. Какая сказка? Ну, там следующая открылась у тебя. Мы будем сейчас копить тамин. Копить тамин, ну. Топить камин. У нас тут настоящий камин. Мы уже пробовали его топить, все хорошо. Он прям так прогрел, и так атмосферно с ним становится. Дрова так трещат, вообще классно. Сейчас будем разжигать. У меня еще какая-то декорация стоит с лета. Сопливый, иди вытирай. Платочку лежит. Иди, не позорься, сыночек, иди. У нас тут есть олень, вырезанный из картонки, специальное отверстие. Короче, это все в интернете есть шаблоны. Красавчик, сынок. А давай сюда. Вот, мама вырезала такого оленя. Трафарет есть в интернете, правильно? Не бегай. Нельзя, он сломается, сынок. Вот, и потом покрасила просто в белый. Сейчас мы вот эти края обработаем, заклеим веревкой. Джутом вот этим. Вот так вот. По краю проклеим. Так, ребят, вот это будет наше до. Для того, чтобы здесь поставить елку, нам нужно этот шкаф убрать, а он у нас весь забит вещами. Сейчас я буду это все убирать. С камином вот это все будем убирать. Верхушку нужно тоже заделать кирпичом, короче. Столько дел, чтобы привести все в человеческий вид, на самом деле. Ну, поехали, будем сейчас делать все. А еще мы повесили вот такую гирлянду снежинки. Смотрите, какие они. Вот на такие, на саморезы. У-у-у! Только чтоб не мигало, Артур, сделай. А, вот на этой, подожди, я знаю, дотягиваюсь. Все. Проход сделали. А, блин, это опять режим, который тухнет. Вот это, наверное, статичный. Блин, очень красиво. Вот просто спрашивается, Света, зачем? Зачем тебе вообще это надо было? Ты не могла поставить елку в другое место. Еще и сопли тут у нашего гномика. Что за этим ножиком режет? Ну, если получается, то режь.
Он же все равно же режет. Ну, если режет, хорошо. Ну, режет. Все получается, яйца чистить? Да, вот. Молодец. И вам помогает даже. Молодец. Вообще, ну. А ты хочешь помогать? Так мне кто помог, ты видел, сколько там вещей убирать? Вот, на, мам, можешь убирать, пока я сейчас почищу, а потом вернусь. А, ладно, пошла убирать. Дело в том, что мы такие кричим, подпеваем артистам. Ну, посмотрите, танцоры, давайте пошумим специально для них. Кто ты сам, понять. Сейчас запоете, я хочу, чтобы вы заняли все в зал, потому что ну, там это самое, чтобы создавать вам классное настроение и праздники. Я надеюсь, что у вас правда сейчас будет праздничное настроение. Готовы? Танцуй, как будто я. Не, вот покажу. Джордан Айо. Правый защитник в прошлом матче. Jingle around the clock, mix and match.
А тебе как? Не, дорогим подписчикам говорю. Ну как вам эта ёлка? Ну я выложу, потом прочитаю тебе, что они ответят, хорошо? Ну как вам эта ёлка? Угу. А как на костле? На камине. А? На камине, хочешь сказать, да? На камине. Да, как вам еще вот это на камине? А вот так. А вот так. Марсель украшал. А вот так. Ну, а главное, тебе самому-то нравится? А вот так. Аккуратно, не рони. А вот так. А вот так. Вот так. Вот так. Ой, иди, вот так. Выделывалка, иди. Посмотрите, ребята. Вот так не мнити. Потому что они могут размяться и... И потом никак вы не сделаете. Как назовем оленя? Не знаю. Придумай мое имя какое-нибудь. Пошли. Как его зовут? А? Ну, назови как-нибудь его. Да, его назовем Саша. Саша? Нет, давай его назову олененок. Давай олененок пусть будет. Подробнее на сайте Кубриер. Здесь появляются идеи. Апельсины по суперцене. Перекресток вкусов и идей. В одном царстве покажите. Фотохируемся, давай возьмем. Вон какая у нас елочка, она такая большая. Thank you.